часть номер 54, и нет полнее прохождений в этом мире, чем то, что смотрите сейчас, и в нем стараюсь я для вас. Окраины. Ворон принес на крыльях весть о неожиданной победе дома Вульфортов. Но она как нежданная, так и неожиданная, поэтому тут я вначале хотел прочитать неожиданное. И о добром здравии принца Роланда. В окраинах, я думаю, будет ликование. Переносимся во владение Фалькисов, посмотрим. Поместье Ландроя, окраины. Я принес хорошие новости, милорд. Эсфростская армия двинулась на замок Вульфортов, чтобы захватить принца. Но войска дома Вульфортов полностью их разбили, так что прямо сейчас армия отступает в Престольный Град. Какая радостная весть! Я знал, что Вульфорты нас не подведут. Также я рад сообщить, что принц Роланд невредим. Похоже, юный Сиреноа больше, чем достоин нести наследие лорда Саймона. Несмотря на победу, они все же понесли значительные потери. И, скорее всего, Эсфрост уже готовится ко второй атаке. Ну что ж, проверьте наши силы и выясните, сколько людей мы сможем отправить на помощь дому Вульфортов, оставив здесь достаточно, чтобы защитить себя. Да, милорд. Пора занять твердую позицию. Если три высших дома объединятся, то мы обязательно победим. Такое решение было принято на окраинах у Фалькисов. Посмотрим, что там у Телиуров в следующей части. We'll be right back.